поселке Запрудня состоялся традиционный рождественский турнир по мини-футболу на призы главы городского поселения. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Талдома, Запрудни и Вербилок, в том числе коллективы ветеранов. Интерес к турниру каждый год проявляют и футбольные коллективы Дмитровского района. Но предпочтение организаторов, сотрудников спортивного комплекса «Антей» всегда отдаются местным командам. Еще в далеком 2005 году был у нас Молнар Сергей Михайлович такой первый, кто начал турнир, глава. И вот Дмитрий Алексеевич поддержал традицию, как мы вот уже 12-й, даже 13-й по счету уже проводим турнир. Ну, сейчас у нас практически турнир статус не меняется. И команды Талдомского района в основном участвуют. Но меньше 10 команд никогда не было. Эти соревнования всегда проходят в теплой обстановке, при поддержке болельщиков. Футбол в Запрудне и в целом в Талдомском районе очень популярен и развивается на протяжении десятков лет. Большая работа проводится с детьми и даже с девочками, например, в поселке Вербилки. Всегда наблюдает за ходом соревнований и глава городского поселения Запрудня Дмитрий Староверов. При мне 10 турниров прошло. Я, в общем-то, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступившим Новым годом, Рождеством Христовым, пожелать всем участникам, всем жителям нашего поселка исполнить всех заветных желаний в этом году, чтобы всегда Бог помогал во всех их благих начинаниях, чтобы наш поселок сохранил свою определенную независимость, самостоятельность. В последние годы в Запрудне делается очень много для укрепления материально-технической базы спортивных объектов. Пару лет назад был построен современный бассейн. Много работы было проведено и в прошедшем году. Завершили ремонт фасада Дворца спорта и кровлю сделали. Также выполнили необходимые мероприятия по программе «Доступная среда» для инвалидов. Это все произошло в прошлом году. В принципе, практически у нас уже, можно сказать, дворец спорта в отличном состоянии. И сделали мы еще индивидуальный тепловой пункт, так что теперь у нас здесь не будет перетопа, здесь всегда жарко было. Рождественский турнир проводился в один день и в два этапа. Сначала команды сыграли по кругу в двух группах. Затем был проведен плей-офф, где сразились сильнейшие коллективы групп. В первом полуфинале встретились команды «Талдом-1» и «Антей-2». Основное время первого полуфинала не выявило победителя. И в серии 7-метровых ударов удачливее оказалась команда «Талдомчан». Во втором полуфинале в упорной борьбе команда «Антей-2» победила команду «Прайд-2». В финале команда «Талдом-1» обыграла «Антей-2» со счетом 1-0. Глава городского поселения Запрудня Дмитрий Староверов вручил победителям и призерам кубки, дипломы и медали.